Дальневосточный леопард впервые в истории вернулся в дикую природу после успешной реабилитации. В Приморье на свободу выпущен Лео-260М, спасенный от гибели сотрудниками национального парка «Земля леопарда». Новым домом для зверя-сироты стал Уссурийский заповедник, где леопарды исчезли более 50 лет назад. Леопард был спасен в июле 2022 года. Истощенный котенок без матери был обнаружен у границ нацпарка и перемещен в центр «Тигр», где он получил необходимую помощь и лечение. Как подчеркивают специалисты, это историческое событие, первый в мире случай успешной реабилитации и реинтродукция этого редкого подвида хищников.